Девочки, всем привет! Хочу быстренько снять небольшой отчетик о том, что у меня сейчас происходит с моими работами. Вот, потому что такая вся забеганная. Вот был день рождения. Муж мне подарил поездку в Питер. Мы с ним ездили на 3 дня. Хотя он мне сначала сказал, что на 1. В общем, сюрприз-сюрприз. Вот, все было замечательно. И настолько у меня эта вся поездка вот выбила из колеи, потому что, ну, как бы совсем я переключилась на другой образ и жизни временно. И вышивку я, конечно, брала с собой. Я взяла с собой корсетики. И сейчас покажу, что у меня в результате отшилось. Вот у меня один корсетик полностью отшился. Вот он такой вот. Сейчас вам покажу. Вот такой корсетик. Ну, очень симпатичный. Это я в поезде вышивала. Конечно, там мне было не до вышивки, потому что мы ходили. Столько я не ходила уже давно, давным-давно. То есть мы утром выходили и вечером мы возвращались. Это было все время на ногах, но я очень рада, я столько всего успела увидеть. Вот второй корсетик, еще не успела его дошить, он в процессе. Ну вот что хочу сказать по этим наборчикам «Дивная вишня». Очень они замечательные, интересный очень опыт вышивки на вот этой вот основе. Это ДСП-шка такая, она такая, знаете, не жесткая ДСП, но не, то есть это не фанерина такая, а именно ДСП, которая, в принципе, если на нее пролить воды, то она разбухнет, и она такая достаточно мягкая. И даже в инструкции написано, что нельзя гнуть это ДСП, она может, наверное, сломаться. Вот такой как бы мягкий, он даже не ДСП, но не знаю, что это. В общем, это такая вот как наборная какая-то, какой-то наборный материал. Вот, так что вот такие вот у меня корсетики. Подумала я, что еще, наверное, можно сделать кошелечки с корсетиками. Ну, в общем, это у меня все пока только в мыслях. Ну, в смысле, я имею в виду, не используя, конечно, вот эти основы, а просто используя схему, да, вышить на равномерочке. Так, ну это с корсетиками все. А теперь покажу, что у меня по моей работе испанская ванна от Ворожей. Вот у меня такая, такое продвижение. Уже туфельки вот эти вот показались, да. И сейчас я эту работу отложу. В общем, сейчас заканчиваю я с этой работы. Я ее меняю на икону и буду отшивать икону. Икону я показывала, она на таком вот сейчас этапе у меня находится. Ну, хочу, очень у меня прямо вот есть большое желание заняться иконой. Так что вот такие вот у меня сейчас новости. Так что буду менять. И как раз если смотреть по вот этому сюжету, да, испанская ванна, самый такой вот неинтересный, так скажем, момент у меня уже сейчас завершится. Вот осталось еще 2 листа. Вот этот лист с туфлями и следующий. И будет нижняя вот треть картины готова. Дальше уже пойдет ванна, непосредственно персонажи, луна. В общем, потом там будут зеленые такие поля, которые вдаль убегают. И это все как-то хочется уже скорее сменить, потому что вот это пшеничное зерновое богатство меня уже утомило, если честно. Вот. Так что вот такие вот, девочки, у меня дела. Извиняюсь за очень сумбурное видео, оно короткое, сумбурное, но вот я себя практически заставила, как вот Мюнхгаузен за волосы. Потому что спрашивают девочки, что там, как. И
показала я вам, на каком я этапе. Ну, всем всего самого доброго, счастливо, до следующих видео, пока!